Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Для любителей криптомонет у меня сегодня кран. Это немецкая криптомонета, называется eMark, сокращенно DEM. Если мы перейдем на CoinMarketCap, то вот Deutsche eMark, это сокращенно DEM, как я сказала, видим ее цену. Так, на данный момент это 87 биткоин сатоши. Но опустимся ниже. Здесь график. Так, монета запущена с 13 года. Так, значит, и стоила она 28 центов. Потом она стала опускаться. И здесь вообще мертвая зона какая-то пошла. И она пошла в рост только в 2017 году. Опять как бы возродилась. Да? Здесь 2 цента. Выше 2017 год уже 6 центов. Здесь она... Так. 8 центов. Ну и вот плавающая такая вот цена, да? Есть, как бы, ну, меня она зацепила. Это на каждого, каждому свое. Значит, и... Так. Ага, нет. Маркет, биржа. Она на бирже Coin Exchange. Вот я сюда. Юбит мне вообще эта биржа ни о чем. Как бы она у меня есть. Я там так собираю на кранах монетки. И вот такая вот биржа, у меня ее нету. Вот я буду выводить ее как бы на Coin Exchange. Так, значит, и биржа. Сюда мы вбиваем DEM или eMark. И нам выпадает как бы, да, вот сразу, чтобы не искать, тут очень много криптомонет. Вот наша монетка будет. Значит, здесь баланс. Так, VIF DEM депозит. Так, загружается страничка. Так, баланс. Что-то мне тут ничего нету. Так, так, так. Депозит виндрав. Офер депозит. Так, должно адрес генерироваться. Так, DEM. Монетка. Так, меня, наверное, выбило. Нет, не выбило. Грузится. Так, давай грузиться быстрее. Так, загрузилась. И вот так, теперь вот здесь наша криптомонета. Ага, депозит DEM. Вот так. И здесь вот нажимаем на зеленую вкладочку, нам сгенерируется номер наш. Так. Вот он. У вас будет свой. И он нам будет нужен при выводе средств. Вернемся на кран. Значит, регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Имейл действующий нужно писать, потому что там все через имейл. Мы вывести криптомонету не сможем, не подтвердив все по электронной почте. После регистрации вам придет на почту письмо. Нужно нажать активировать и вход по логину и паролю. Значит, как работать? Нажимаем на вкладочку VCAD кран. Так.
минимальный вывод отсюда 3 монеты. Я очень много искала информации по этой криптомонете, и все, кто все, что я находила, все уже выводили как бы эту монетку. Кран платит. Я же вот только зарегистрировалась и вот собрала, сделала один клейм. Сбор происходит один раз в 10 минут и дают 0.11 и 0.17. Нажимаем. Я не робот. И разгадываем капчу. Подтвердить. Вот сюда на вкладочку. Страничка перезагружается. И мне дали. Сейчас посмотрим. Вот 0.17 монет. Deutsche E-Mark. Как говорится, немецкое качество. Так, и вот это наш баланс. Как будет 3 монетки, я обязательно сделаю видео по выводу средств. Потому что ну, то, что другие выводят, это другие. Да? Ну, есть информация, что кран платит. Вот это наша партнерская ссылочка. Так. Вот. Ну, здесь все на немецком. И мне как бы никак тут надо именно копировать. Через переводчик все переводить. Значит, Фаукет, это мы здесь собираем. Здесь вот пошел отсчет времени. Вот он идет. Значит, далее валет, вкладочка. Здесь мы будем выводить, как бы, да? Значит, вот это вторая, вот первая, вторая, это вывод. Здесь мы будем выводить. Это уже потом будет, это уже другое будет видео. Так, далее вот здесь последняя, наши транзакции. Нажимаем на эту вкладочку. И смотрим наши транзакции. И вот мои транзакции. То, что я как бы собираю. Вот, вот такой вот кран. Кому интересно, пользуйтесь. Как я сказала, вывод, естественно, я буду проверять. Делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!